Ого, запилите его, Ого, он бананами кидает! Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Логдог, Семка. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздравайтесь. Всем хот-дог. Всем привет. Если все пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас классный обзор на каменных големов. Поехали. Он даже немножечко улыбается, потому что знает, что впереди его ждет очень жесткое мясо. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы поставим очень много големов, то есть все, и будем против них воевать. Так, давайте включим фонарик. Как вам вообще? Классный, да, модик такой? Давайте проверим, как он вообще дамажит. Ух ты, ты дур... Что ли, я же испугался. Какой-то скример ходячий, блин, так быстро убил нас. Ого. А у вас тоже рортки немножко пробиваются или нет? Да-да-да. А, понял, значит, там мод недоделанный. Хорошо, ребятушки. Следующий у нас. Тини левел. Ой, красавчик, смотрите. Он, получается, с деревом ходит. Он что, может деревом бить? По всей видимости. Кстати, прикольно, прикольно. Он так обнял дерево. Этим деревом сейчас загасит всех. Так, давайте прям по возрастанию будем их ставить и смотреть. Вот такой вот у нас есть. Это левел 2. Чё они такие немножко радостные, улыбаются все? Этот поменьше, этот побольше. Давайте еще. Кто у нас есть? Левел 2, 3. О, у него в руках банан. Прикольно. Неужели этим бананом будет гасить нас? Кабан здоровый. Так, Тини левел 3. Вот это гигант. Мне кажется, вот этот прям жесткий будет. Знаете, это как типа босс уже, наверное. Ой, зря ты по нему стреляешь. Сейчас ты его раздразнишь. Они нас потом всех убьют. Так. Левел 3. Дерево. Ух ты, какой кабан. Смотрите, дерево, какое мощное дерево у него в руках. Блин, такой немножко стрёмный. Знаете, как их в лесу надо ставить. Такие лесные жители. Так, это последний. Левел 4. Ого, гигант. С бородой. Ого-го. Нифига себе, у него в руках банана постоянно в игроках застрет, понял? А, он так и съесть, такой статичный. У него борода. Нифига себе, да, из водорослей каких-то. Так, ну что, давайте тогда проверять, как они воюют. Как этот бьет. Тихо, 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 мужик, деревом по башке. Блин, прикольно, он камнями швыряется. Тихо, тихо, тихо. Он на расстоянии, что ли, дамажит или что? Пацаны. На тебе по башке. Ого. Прям какой-то очень агрессивный. Это вообще телепиздрик неадекватный какой-то. Убили? Я его убил. А я думал, наш телепортируется куда-то. А ну вот это дерево голов. Ого, он лупашит. Я аж по воде поскользил. Какой-то ненормальный. Очень мощный. Нифига себе, это он горит или это мы его подожгли? Это я. Ого, черный дым с него идет. Ребята, классный мод. Мне нравится. Разработчику респект. Черный дым с него идет. Это из-за того, что его поджигают? Да, да. Ого, камни летят, смотрите. Офигеть. Да что такое, это камни падают, что ли? Нифига себе. Вот это он мощный. Так, 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 осторожно. Как вы думаете, он умный NPC или нет? О, мы можем потом в следующих сериях сделать битву с монстрами Хендерсона. Ну что, пацаны, давайте попробуем его огнестрельным оружием убить, пулеметами. Готовы? Мочите его. Посмотрим, как он распадается. Я думаю, что он красиво распадется. Должен по-любому разработчик сделать, что запчасти вылетают. О. Прикольно, прям по головешке.
Ах ты, блин, а. Надо какое-то, наверное, помощнее оружие брать. Нет, сколько у него хп? Ай, жгут жопу. Ого, он там пытается ударить. Так, ребята, гранатка пошла. Так, надо взять оружие помощнее, срочно. Ого! Слышь, вот это он хочет меня ударить с кулака. Блин, вот это мощный. Реально мощный NPC-шка. Нам придется, наверное, постараться, чтобы его убить. Он еще камнями швыряется. Точно босс, настоящий. Отдай встать, черепиздрик. Каменный головы. Да, блин, не дает ничего сделать. Он так гасит всех. Да, это не берет его. Надо оружие, ребята, какое-то посерьезнее выбрать. О, я нашел. Только надо возродиться немножечко. Ох ты, тварь какая, а. Смотрите, что делает, а. Зачем мы умираем? Зачем мы умираем, реально? А я не понимаю, может, какую-то ловушку нам поставил? Возможно. Ну? Хорошо, давайте я очищу карту, потому что я возродиться не могу. Такого еще, кстати, не было. Ой, я знаю, как возродиться. А, все, возродились. А нет, не возродились. Тихо, мужик, успокойся. Псих какой-то, да? Мы его так и не убили. Давайте все-таки, ребята, берем мощное оружие. Давайте сначала выберем оружку мощную. И сейчас мы его загасим. Я возьму миниган, шестистволку. Только он его сможет убить. Ну что, погнали. Попробуем его развалить. Этот миниган очень мощный, чтобы вы понимали. Он убивает даже аниматроников. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо перезарядиться. Бежи, беги. Он в воду пошел? Да ладно. Утопиться захотел. Ну да, наверное, думает, ребята, короче, подойду, я утоплюсь. Чем с вами играть? Я знаю, какое оружие можно использовать. Ух ты, да это он опять, да, какой-то ерундой занимается. Ребята, воздушный удар. Блин, он сейчас уйдет оттуда, это печально. Нифига ему, да что ж такое, а? О, отравляющая граната. Он прыгает еще, вы видели? Смотрите, как он прыгает. Слышь, он ко мне увязался, он, ему не понравилось. Не, он неадекватный какой-то, пацаны. Это очень мощный мужик, и попался нам. Блин, какое же оружие против него использовать, а? Я даже не знаю. Монетка! Ой, извини, блин, так я далеко вроде стрелял. Блин, он так прикольно прыгает, такая анимация прыжка крутая у него. Не убил, в прикирку монетка, которая отнимает 7000 кп. Представляете, насколько он читерский? Офигеть! Все, удалил его, удалил. Этого неадеквата. Давайте тогда поставим последнего. Если мы этого убить не будем, что там за последнего говорить? Но мы попытаемся. Банановый. Ого, запилите его, Ого, он бананами кидает! Блин, крутые големы. Это прям неожиданно для меня. Я думал, что будет... как-то попроще. Здесь прям, знаете, замудрил. В воздухе, видели? Мочим эту тварь. Это банановый магнат. Мочите его. Офигеть. Он за мной увязался, его боюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, бананами хорошо фигачит. Хорошо. Пацаны, давайте тогда в этом серии проверим кое-что. А я тебе не скажу. Так, давайте проверим, кто из них выиграет. Давай, поехала битва. Напишите в комментариях, кто выиграет. Банановый против монстра Хендерсона. Он убил монстра Хендерсона? Вот это мощь. Ребята, я понимаю, что прям запарились над разработкой. Это какой-то неубиваемый. Давайте проверим, его можно убить? Беру админский пистолет для эксперимента полного. Да, его можно убить, кстати, ребятушки. И бананы, смотрите, проваливаются. Очуметь, сделал, проваливаются сквозь землю.
и при этом они взрываются. Готовы? Вот это мясище. Мне кажется, ребята, нам жопа. Ну, у нас есть сюда выход ситуации. Мы сейчас попробуем немножечко разрядить обстановку. Ух ты. Не взяло, ребята. Не взяла ни одна бомба? Очуметь, это что-то неимоверное. Мы наблюдаем с вами. Хорошо, эпический взрыв. Сейчас попробуем, мы сейчас их убьем. Вот такое количество бомб их убьет. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Убил, да, вроде бы двоих? Нет. Нет? Офигеть. Стойте, стойте, стойте. А дай возродиться, тварь. Ой, я знак надо сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как вы думаете, убила их? Нет, их не убила. Блин, да они реально... У нас даже нет таких бомб, которые их могут убить. Не умирают? Умирают. Я нифига не вижу, если честно, что происходит. Но это очень интересно. Сейчас попытаемся что-то предпринять. Наверное, очистить карту. Есть, ладно, последний тест. Есть у нас еще оружие, которое их может убить. Проверяем. Это админский петух. Ну, но только так я могу его назвать, админским петухом. Сейчас сделаю, чтобы они нас не убивали. Так, игнорировать игроков. Давайте проверим все-таки. Самого гигантского можно убить? Да, ребятушки. А давайте проверим, с одной пули или нет. Три пули. Если вам понравилась эта серия и этот мод, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и постримай ролики еще.